В Твери продолжается капитальный ремонт зданий 15 и 17 школ. Ход работ на объектах образования в рамках инспекционной поездки проверил глава города Алексей Огоньков. День знаний ученики 15-й школы встретят фактически в новом здании. Капитальный ремонт здесь находится в завершающей стадии. Многие кабинеты и рекреации уже готовы к приему детей. Слесарная и столярная мастерская. Окна новые, стены нам сделали панелями. Мы заказали вот эти стоечки для инструментов для мальчиков вот там вот серого цвета. Помимо обычных классов в школе будет работать лаборатория будущего, где дети смогут больше узнать об интересующих их профессиях, а также зона коворкинга. Это центр детских инициатив. Направление следующее: заседание литературной газеты, заседание штаба юнармии, заседание театрального кружка, ну и так далее. То есть все будет работать по расписанию. Работы ведутся не только внутри здания. Уже отремонтирована кровля и фасад. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. В первую очередь укладка новых тротуаров. Кроме того, ремонтные работы сейчас ведутся в двух зданиях 17-й школы. На улице Красина, где располагаются классы начальной школы, заменены аварийные балки и система отопления, выполнено устройство полов, проведен ремонт фасада. В здании средней школы на улице Мусоргского ремонтируют кабинеты на всех четырех этажах.